Уважаемые дамы и господа, мы рады пригласить вас на наше очередное мероприятие, которое пройдет в конце ноября и будет посвящено теме нашей основной специализации. Это зарубежные компании, офшоры и международное налоговое планирование с их использованием, а также защита активов. Мы расскажем вам об этом на понятном для вас языке. Мы поговорим о деофшоризации и о многих других ключевых событиях, которые произошли за последнее время. Проходит 2013 год, он был сложный, было много всего, что произошло в нашей сфере. Был кипрский кризис, была деофшоризация, которая была еще объявлена в конце прошлого года президентом России. И теперь мы наблюдаем очень много волн, которые разошлись по различным, так сказать, направлениям от этого события. То есть инициативы министерств и ведомств, законопроекты. Появилось понятие «бенефициарный владелец» в российском законодательстве, чего не было раньше, и так далее. Очень много всего произошло за это время, и поэтому это очень выгодный для нас момент для того, чтобы провести подобное мероприятие и поговорить об этом обо всем вживую с бизнес-аудиторией. Окружающий мир меняется, и деофшоризация заставляет нас отказаться от наиболее простых и, скажем так, безыскусных структуру использования зарубежных компаний и все-таки обратить внимание на более современные и более надежные схемы. Этот семинар, конечно, предназначен прежде всего для тех, кто имеет уже офшорные компании. Почему? Потому что сейчас в современном мире происходит столько всевозможных изменений, которые могут повлиять на деятельность клиентов в целом, что оставаться как-то в стороне и пытаться их игнорировать не представляется возможным. В принципе. Более того, этот бизнес-семинар он может быть полезен для тех, у кого нет офшорной компании. Почему? Потому что, опять же, прежде чем приобретать какие-то структуры, либо задумываться об их приобретении, необходимо понимать все риски, которые последуют за, так сказать, покупкой этого офшора. А рисков таких может быть очень много, и как раз вот на семинаре мы рассмотрим основные изменения и возможные риски, связанные с использованием офшорных компаний. Полезность этого мероприятия заключается в том, что мы занимаемся этим каждый день. Поэтому то, что мы будем рассказывать, мы будем это рассказывать как бы из первых рук. Что проблематика, которую мы будем освещать, она нам очень хорошо знакома. Мы сталкиваемся с этими вопросами наших клиентов каждый день. И мы наработали достаточно много практического опыта в этой области. То есть поэтому мы будем рассказывать абсолютно не теорию. Мы будем рассказывать только практику. В наше время, непростое, да, если можно так выразиться, самое важное – это информация из первых рук, достоверная и профессионально поданная, профессионально обработанная, с соответствующими выводами и рекомендациями. Финансирование из-за рубежа, то есть получение займа от иностранной компании, это одна из наиболее распространенных структур использования офшоров. Однако мы будем рассматривать то, каким образом деофшоризация может повлиять и, может быть, поставить под угрозу какие-то структуры или сделать какие-то другие структуры более популярными. На наш взгляд, это очень важно, потому что инструмент очень привлекательный. И, может быть, эта тема будет интересна не только тем, кто уже его использует и хотел бы знать, стоит ли что-то менять, но и для тех, кто еще его не использует и будет тогда понимать, как это сделать правильно в сложившихся сегодня условиях. Я расскажу о наиболее современных схемах простым языком, и также мы разберем самые важные судебные дела, которые прошли по данной теме в последний год-два. Почему мы решили затронуть тему Кипра на нашем бизнес-семинаре? Дело в том, что всем известен недавний финансовый кризис на Кипре, и отношение к Кипру как юрисдикции поменялось. Мы рассмотрим на нашем бизнес-семинаре, насколько последние события повлияли на юрисдикцию Кипр и есть ли какие-то реальные альтернативы данной юрисдикции. В
моя тема интересна тем, что она будет касаться практически всех, по крайней мере тех, кто владеет иностранными компаниями, потому что любая компания иностранная, она имеет бенефициарного собственника, то есть есть то лицо, которое стоит за там, вот этим юридическим лицом, либо цепочкой юридических лиц, поэтому вся аудитория, которая будет присутствовать на семинаре, так или иначе будет заинтересована в получении этой информации. Мы уверены, что вам будет интересно, и вы получите много полезной для вас информации и ответов на интересующие вас вопросы. Ждем вас, приходите.